Лиговский проспект. На улице конец марта, всего лишь минус 4, зато яркое солнце. Зайдем сейчас в галерею и поснимаем немножко. Так, это мой сын Миша. Привет. Скажи всем привет. Всем привет. Мы с ним встретились в галерее, зашли в marketplace, выбираем что-нибудь. Здесь паста. Здравствуйте, снять чуть-чуть. Ну, правда, через стекло почти не видно. Да, здесь пасту готовят. Вместе пасту будет заказывать. Я думаю, нам что-то глаза разбегаются. Салатик. Цезарь может. Ну давай, Цезарь. Цезарь с креветками или с курицей, с лососем. Взять, да? Да, это можно просто взять. Вот цены 279. А ты тут не был ни разу, что ли? А? Редкий гость в галерее. Миша не любит галерею. Потому что столько людей всегда. Да, можно, это топпинг, можно взять любой. Можно отдельно, да? Ну, я хотел вот этим добавить. А можно мне заказать вот эту вот картофель с лососем и сливками? А вы будете кушать? Да, да. Эрнест. Я актер? Да. Герой Ютуба. Ты пробил? Нет, еще ничего не пробовал. Ты что? Ты что взяла? Я иду, иду, иду. Карточку на белую мышку. На белую мышку. Хлеб, соус. Хлеб, соус. Родители? Что? Хлеб, соус? Нет, ничего. Парь может быть? Нет, нет, просто вот я это все. Миш, выбирай ты. А вон там, видишь, вдали такие спокойные, зелененькие. Так. Ну, мы нашли такое тихое место. Здесь прямо выход, кстати, на галерею. Вот, можно посмотреть это. Кошка. Так, так а ты заказал еще плов? Они тебе его что, готовят, да? Так, цезарь с креветками я взяла, греческий такой, и вот эту запеканку, картошка с красной рыбой. Что-то это я просто... Решил прокатиться по галерее? Нет, не слабо. С эскалатора хочешь? Что? Дорогие друзья, я дам ссылку на то, что вытворяет мой сын на мотоцикле зимой. И я честно скажу, это ужас ужасный. Но ссылочку оставлю. На мотоцикле по рекам и каналам
Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Ну, в общем... Ночью. Ну, в общем, ссылочка в описании. Супертренды. Надеваем одни носки, потом вторые носки, потом выбираем парадно-выходные туфли, подбираем платьице с цветочным принтом. И вуаля, дорогие друзья, вы в тренде. Вот плохо видно, но мне очень нравится вот этот пудрово-розово-пыльный с юбкой в пайетках. Причем там какие-то непростые пайетки, а прямо как стеклышки. Но по мне так очень красиво. Ну и, наконец, мой любимый стиль одежды – это брюки с платьем. И платье, кстати, очень красивое. И сверху вон там косуха. Я не знаю, насколько это видно. Вот, но очень мне нравится этот образ. Хотя в минус 14 очень трудно самовыражаться. Остается только рассматривать вот эти замечательные летние, весенние образы с такими золотистыми матовыми ласточками. Очень красиво. Это иконика. Мне сегодня не до самовыражения. Я, честно говоря, просто иду на работу. Тут открыли британские пекарни. Здравствуйте! А вы недавно открылись, да? Что-то я вас не видела. Сэндвич с форелью. Да-да-да, мне с собой. Нет, ничего не буду. Вот этот сэндвич я возьму. У вас интересные какие-то пирожные, да? Тут все очень красиво. А вы работаете с 8, да? С 8 утра. С 8.30. Вот набор какой красивый, мини-корзиночки. Прелесть какая. Да, но интерьер здесь очень красивый. Креслица такие зелененькие. Музыка какая-то, Невский и улица Маяковского. А это витрина императорского фарфора. Ну, смотрите, какие здесь интересные статуэтки. Рабочий и крестьянин Ахматова. Вот такая мне очень, кстати, нравится. Очень красивая. Я не знаю, думаю, что это стоит достаточно дорого. Вот еще Ахматова с шалью. Там вон революционные матросы. Тут кто? А тут у нас античная такая немножко группа, обнаженка. Вот такие вот тарелки, которые можно вешать на стенку. Декоративные, очень красивые. Здесь вот тоже. Так что те, кто любит такие вещи, пожалуйста. Императорский фарфор, Невский проспект. Персонажи из Щелкунчика, я так понимаю. А вот и сервиз. Ну, в общем, здесь все такое красивое, эксклюзивное и очень дорогое. Кто-нибудь еще пользуется такой посудой? Или вы считаете, что это уже слишком старомодно? Для меня старомодно. Совсем такой античности. Вышла с работы, а здесь уже все тает. Все тает. Смотрите. И там такая разница температуры, конечно, ужасно.
Зашла, купила новый штатив. От старого провала такая штучка, что невозможно использовать. Не знаю, где найти. Решила перекусить вот этим йогурти. В общем, это типа йогурт. И топпинг добавочки я взяла кусочки ананаса и гранатовый сироп. Типа ждут весну. Цветочки развесили красные.